Финансовая письменность без межаў. У Гомеле сёння стартаваў трохдзённы семінар-тренінг для інвалідаў па зроку. Яго мэта – навучыць людзей з праблемамі зроку распараджацца сваімі фінансамі з дапамогай мабільных прылад. Праект стартаваў у чэрвені. Яго ініцыятар – сталічны цэнтр паспяховага чалавека. Ідэю падтрымалі Беларускае таварыства інвалідаў па зроку, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, Нацыянальны банк і камерцыйныя банкі. Падобныя семінары-тренінгі прайшлі ў Мінску, Віцебску, Брэсце і Гродня. У Гомелі удзельнікамі сталі каля 20 чалавек, якія маюць праблемы са зрокам. Задача праекта – прадэманстраваць сучасныя магчымасці мабільных прылад і навучыць распараджацца сваімі фінансамі. Апараты, у кого есть смартфоны на той или иной системе, они доступны для работы незрячих людей. В каждом из этих программных продуктов есть специальные возможности, которые позволяют то, что зрячие люди видят, то незрячий человек это все слышит, либо используя тактильный дисплей, что крайне редко на сегодняшний день, может тактильно ощутить, то есть через тактильное ощущение получить информацию и, соответственно, управлять этими всеми процессами. Когда вот все это покажут, расскажут, как пользоваться этим даже посредством мобильного приложения, это же просто, достал телефон, отключился к Wi-Fi точке прямо у себя дома или где угодно и уже совершил необходимые валютные какие-нибудь операции. Что-то оплатил, что-то там снял, что-то перевел и так далее. Это повышает удобство и комфорт нашей жизни.